субботу в Самарской области ясное небо и без осадков, легкий морозец, днем минус 2, минус 4 градуса, ночью 6-9 ниже 0. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, в дневное время 3 с минусом, ночью 8 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем минус 3, ночью минус 8 градусов, северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем минус 4 градуса, ночью минус 9. Ветер северо-восточного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.